каждый человек чего-то боится. И боится до такой степени, что он пойдет на все. Мы знаем, что незаконно, мы знаем, что не имеют права требовать. Но идут и надевают эти намордники, идут, колятся. Они же не хотят, но они от страха идут в военкоматы. Это до какой степени нужно всего бояться, чтобы идти на смерть? До какой степени люди могут быть ничтожеством на основании вот этого инстинкта?